Теперь давайте я продемонстрирую, как спиннинг заходит в держатель и как он в нем лежит. Держатель для ремня тоже продуман. Специальные зубчики не дадут держателю скользить по ремню. Где-то за спиной и сбоку. То есть даже при ходьбе он абсолютно не мешает. Все достаточно прочно. Ручка катушкой упирается в резину. Вынимается спиннинг из холдера очень просто. Вот таким движением. Да. Вставляется так же. Раз. И вот так спиннинг свободно достается и свободно вставляется в держатель. Ну, теперь небольшие отрезочки с рыбалок, где я его использую.